Я всегда хотела быть на сцене. Так или иначе, я на ней оказалась, потому что вот и фильм озвучиваю уже. Мама меня отговорила поступать в театральный, поэтому мои мечты как раз-таки мечтами в детстве и остались. Но в итоге, когда я закончила геофак, потому что я поступила в СППГУ по желанию своих родителей, и мои родители сказали, что я должна только там учиться, что забудь вообще о театральном, это не профессия. Да? Мама медик. Папа математик, инженер, поэтому для них это была не профессия. Я послушала родителей, я получила хорошее высшее образование, которое, безусловно, дало очень большую платформу и основу для знаний, потому что образование в Санкт-Петербурге, в СПБГУ считается одним из самых лучших. И я нисколько не жалею, что я 5 лет отучилась, потому что у меня есть знания языков, у меня есть, да, я знаю географию, природу, материки, и достаточно такая хорошая у меня база. Но, тем не менее, я все равно к своей мечте вернулась и поставила уже цель. Когда, да, попала на телевидение, телепроект «Дом-2», в котором я участвовала с 18 лет, дал мне старт для того, чтобы мои мечты, которые были в детстве, да, осуществились. Опять же таки, если бы я просто участвовала и не ставила перед собой никаких целей, я бы была такой рядовой участницей, которая там ушла из проекта. Ну, и занималась бы чем-то непонятным. А уже тогда, и в 20 лет, я начала писать книги, вела программы. Когда поступило предложение стать ведущей, я ухватилась за него, как за последний шанс, и доказывала уже зрителям, что я могу не только сидеть на лобном месте и плакать, и расстраиваться, когда меня девочки обижают, что у меня тоже есть свое мнение, есть опыт, есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Я очень чуткий человек, я умею, да, сострадать, могу пожалеть и могу дать совет, потому что я живу в этом мире. Я также сталкиваюсь с такими трудностями, с которыми сталкиваются наши ребята. Сейчас у меня есть семья, да, брак, над которым тоже я работаю. И, наверное, все-таки благодаря воспитанию, потому что я не знаю, в кого я такая пошла с такими вот правильными, наверное, жизненными ценностями, да, что я не ленивая. Я люблю спорт, я за здоровый образ жизни. Я люблю и почитаю своего мужа, свою семью. Я люблю работать, я люблю зарабатывать деньги. Я якалка, жутко. Но без этого качества очень сложно пробиться, потому что я не стесняюсь и не боюсь стучаться в закрытые двери и идти к своей цели, не обманывая при этом других, не строя из себя того человека, кем я не являюсь. То есть я такая, какая я есть. Я обычная девочка из Санкт-Петербурга, из простой бедной семьи, которая мечтала в детстве о каких-то замках, о принцах, и которая в итоге все это получила своим трудом. У меня есть мой принц, у меня есть мой замок, это моя жизнь. Мой замок – это наша квартира, да, и моя жизнь, собственно говоря, это та сказка, к которой я стремилась, потому что я очень люблю то, чем я занимаюсь, получаю колоссальное удовольствие от всего. И это, наверное, самый главный залог успеха. Когда меня спрашивают, почему так вот у тебя всю жизнь складывается, а ответ на самом деле простой. Просто все, что я делаю, я люблю это делать. Мне не надо заставлять вставать в 6 утра, чтобы приехать на смену, да, и сниматься с 8 утра в кадре. Да, я устаю, у меня синяки под глазами, я не высыпаюсь. Но я очень люблю свою работу. Она у меня такая очень разносторонняя. Я и телеведущая, и актриса, и сейчас очень плотно занимаюсь, да, своими актерскими навыками. Я надеюсь, что мы не в последний раз увидимся и услышимся в кино. Поэтому самое главное, что нужно любить свое дело и стремиться. Я просто очень радуюсь всему хорошему, что происходит. И меня может порадовать просто, не знаю, открытка, там, какое-то доброе слово. И надо ценить то, что ты получаешь, ценить все то хорошее, что у тебя жизнь, судьба, друзья, родители, там, муж, любимый. Ценить все то хорошее, что тебе дают, быть благодарной этому. И отдавать взамен. Я хочу сняться в кино в главной роли в каком-то очень серьезном масштабном проекте. Уже в эпизодах я снималась. Летом выйдет фильм «Бармен» с
моим участием уже я озвучила фильм «Модную штучку». Озвучила главную героиню Кейта. Она мне очень близка. Это был новый опыт. Я даже о нем не мечтала. А судьба мне подкинула вот такой шанс себя в этом попробовать реализовать. И я сразу же согласилась, потому что это тоже новый опыт, это новые грани. Это очень интересно. Я сейчас снимаюсь в сериале. Это меня захватило. И мне сестра спрашивает, ну как? Я говорю, как? Я счастлива, я кайфую, прям до дрожи, до мурашек. Мне нравится весь съемочный процесс. Это сложно, это интересно, но это так захватывает. Сейчас поступило предложение вновь театральное. Я очень люблю играть в театре. И играла в спектакле 3 года. Сейчас у меня была такая пауза театральная. Буду сейчас рассматривать предложение. Но вот мне очень хочется сыграть очень какую-то серьезную, большую роль в большом кино. «Модная штучка». Кино с 26 марта.